Новые возможности для развития бизнеса. Государственная дума приняла федеральный закон о государственно-частном партнерстве. Подобный областной закон на территории Самарского региона действует с 2010 года. И это позволило привлечь 8 миллиардов рублей инвестиций и создать более 1500 рабочих мест. В рамках контрольной деятельности Самарской губернской думы проведена экспертиза областного закона и анализ практики его применения. Сегодня результаты рассмотрели общественная комиссия по развитию инвестиционного законодательства при бюджетном комитете. Сформированы также предложения по повышению эффективности закона. По выводам нашим по анализу самого закона был такой, что с юридической точки зрения мы не выявили в 72-м законе положение необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской инвестиционной деятельности на территории Самарской области.